перекричать улицу. Дональд Трамп впервые выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Его путь в Капитолий сопровождался ревом толпы. Как противники политики Трампа восприняли речь президента? Дмитрий Анопченко видел все своими глазами. Поздний вечер, все улицы вокруг Конгресса полностью перекрыты. И для машин, и для пешеходов. Ведь вскоре президент из Белого дома в Капитолий на выступление ехать будет. Границы оцепления, подтягиваются люди с самодельными плакатами. В Конгрессе в это время последние приготовления. На балконе для гостей первая леди появляется. В зале присутствуют все, и сторонники, и противники. Только 4 демократа решились на демарш. Заявили, не придут. Протестующих тем временем все больше. Они выстраиваются вдоль дороги, по которой Трамп поедет в Конгресс, рассчитывая, что президент их увидит или хотя бы услышит. State of the Union – традиционное выступление президента в Конгрессе. Долгие годы в этот вечер страна замирала у телеэкранов, потому что из этой речи действительно можно понять, куда движется Америка. В этом году телевизионщики тоже рассчитывали на рекордные рейтинги, но зрители вовсе не дома у телевизоров, они здесь. Я тут, поскольку не могла остаться дома и просто телевизор смотреть. Он все равно там все врать будет. А я считаю, Трамп страну тянет назад, идет неправильным курсом. И протестую, чтобы мир узнал, мы не сдадимся. Президентский кортеж в этот момент торжественно выезжает из Белого дома. Через несколько минут демонстранты встретят его криками «Шейм! Позор!». А Дональд Трамп, увидев пикеты, демонстративно отвернется в другую сторону. Он зашел в зал под овации, пожимая руки по дороге к трибуне. Этого не показали в трансляции, но с балкона прессы было видно. Часть конгрессменов предсказуемо даже не встали. Чтобы объединить и Конгресс, и тех, кто собрался у телевизоров, речь Трампа, а она 1:20 продлилась, была максимально толерантной. Я прошу всех отбросить разногласия, найти общий язык, создав единство, которое мы должны показать людям. Он много говорил об экономике. Дескать, Америка на подъеме, налоги рекордно снижены. Сейчас удастся перестроить страну. Прошу Конгресс принять закон, который направит как минимум 1,5 миллиарда долларов на создание новой инфраструктуры. Слово «Россия» Трамп за всю речь сказал только один раз, мельком. Был осторожен, говоря об эмиграции. Спичрайтеры заложили в эту речь десятки месседжей, намеков, дескать, хватит воевать. Я президент всей страны, а не только той ее половины, которая за меня проголосовала. У Капитолия тем временем стычки противников и сторонников Трампа. Эмоции так накалены, что людей живой стеной полиция разделила. Тут люди, отстаивающие свои права. Зачем ты сюда приперся? Он президент США. Вы должны это уважать. Закройте рты. А Трамп, закончив выступать, спускается в зал, раздает автографы и пожимает руки. В этот вечер он попытался обнадежить всех и сторонников жесткой линии, пообещав им снова открыть тюрьму для террористов в Гуантанамо и тех, кто внутренними проблемами озабочен. К примеру, дал обещание резко снизить стоимость лекарств в стране. Что и понятно, уже осенью парламентские выборы, и ему очень нужны голоса, ведь пока что в Конгрессе, как и в стране, противников и сторонников 50 на 50. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».